Красивая обувь обеспечивает хорошее настроение. Для того, чтобы обувь прослужила верно и как можно дольше имела красивый внешний вид, за ней нужно правильно ухаживать. Нобук очень эффектный материал, а обувь из него смотрится очень изысканно и модно. Но, как и любой другой материал, нобук требует ухода, причем ежедневного тщательного ухода. Нубук – это натуральная кожа, которую особым образом обрабатывают с лицевой стороны специальными абразивными материалами, именно благодаря такой обработке нубук немного шероховатый на ощупь. Энтм Обувь из нубука не только очень красивая, но теплая и прочная. Однако нубук не любит влагу, так что носить такую обувь можно лишь в сухую погоду, положим бегать в сапожках из нубука ни в коем случае нельзя. Этот материал требует особого ухода. Как правильно ухаживать за обувью из нубука? Это несложно, если следовать простым рекомендациям. Ухаживать за обувью из нубука следует с первого дня, и делать это нужно ежедневно, не стоит ждать. Того момента, когда материал станет явно грязным. Вместе с обувью сразу купите приспособления, с помощью которых вы будете содержать ее в чистоте и порядке. Специальная каучуковая щетка, ластик из замши для нубука, красящий спрей, дезодорант. Для обуви специальное водоотталкивающее средство. Если обувь загрязнилась, не стоит чистить ее сразу. Подождите, пока обувь хорошо просохнет, а лишь затем начинайте мыть и чистить нубук. Если вам нужно помыть такую обувь, налейте в тазик теплую воду, добавьте туда каплю на в этот раствор окуните тряпочку, отожмите ее. Только потом аккуратно протрите грязное место на обуви, после чего тщательно расчешите каучуковой щеткой ворс и дайте обуви хорошо высохнуть. Для того, чтобы хорошо почистить сухую пыльную обувь, аккуратно тряпочкой смахните пыль и грязь с подошвы и боков, а затем каучуковой щеткой хорошо почистите всю поверхность обуви. Нанесите на всю поверхность краску с водоотталкивающим эффектом. Дайте материалу хорошо просохнуть. Если ваши туфли или сапоги потеряли красивый внешний вид спустя несколько сезонов, им можно вернуть былую красоту с помощью обычного пара. Достаточно подержать обувь над кипящей водой, а затем аккуратно причесать ворс щеткой и покрыть нубук краской. Если к обуви относиться аккуратно и внимательно, она прослужит вам не один сезон. По возможности носите с собой каучуковую щетку, чтобы в случае необходимости можно было смахнуть пыль с сапожек или туфель. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!